И здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега, мы продолжаем играть в Mutant Year Zero, продолжаем проходить, и находимся мы как раз таки, где? Мы находимся у рогатого какого-то товарища, которого нам нужно также покарать. В прошлой серии мы на этом месте остановились, и поэтому заваливаемся. Тут 45-й танк, тут все дела, поэтому, наверное, как-то надо его будет встречать. Как-то его надо будет встречать. Почему я за этим укрытием не могу спрятаться, а? Вот этот крендель у нас против танка хорошо работает. И его надо будет отправлять на передовую. Да, спрятался как просто как боженька. Так, снайпер здесь. Так, давай, наверное, свинья все-таки здесь встанет. Ты встанешь здесь. И чё, кто начинает? Давай, засада. Поехали. Работаем сразу же. Сохранение логова рогатого дьявола. И прям сразу же. Может быть, даже вот так. процентов. Враг вас услышал. Чудовищно. Теряемся. Пойдет. Критами туда. Враг вас услышал. Активировать. Ты чё? Не на линии огня. А как сделать так, чтобы ты был на линии огня и не пострадал? Ну давай, допустим, вот так. Может быть, тебе... А, у него нету, блин, этих. Вот сейчас бы хорошо бы зашла бы эта штука, которая увеличивает меткость. Смотри, какая у него пушка. Вождь серая там бегает. Ой-ой-ой-ой. Он ожил. Ожил. Может быть, он по ним постреляет? Или надо было вон ту штуку, может быть, включить надо было? Так, поджигателя надо сейчас выхлестывать. Как вариант. Опа. Шаман еще с тыла. Два мародера, один мясник. Он на таком расстоянии целится или что, я не понял. Knock. Что-то меткость не очень, да? Критом, если только попадет. А гранаты какие она может кидать? Зажигательные. Ну лучше я, чем меня, правильно? Опа, не долетает. Забавно. Забавно.
Давай от этого будем тоже прикрываться уже. А поджигатель не горит, прикинь. Так, ну свинья идет тогда мочить шамана. И вот этих встречать товарищей. Серьезный агрегат. Невозможно. Мимо. Не прикольно. Пятьдесят процентов. Нифига они так-то тоже с такого расстояния, да, поливают? Ты хитрый. Так, давай, по-быстрому. Здесь что случилось? Она дерево сломала, за которым пряталась? Так, давай, будем тогда агрить. Давай, ты сюда. Ты тогда отступай сюда. Подожгли, хорошо. Сгорит. Свинья. Тоже подожгли. Хорошо горят там. А эта херня все ближе и ближе. Так, работаем. Так, давай сначала снайпер. Перезарядка. Потом
Беги и стреляй. Отступаем сюда. Так, здесь. Здесь, наверное, имеет смысл перезарядить для начала. Так, минус один, хорошо. Здесь патронов нет. Перемещаемся. Ну ты хамло. Ребята, прям хамло. Так, это что, в обход пошел? Давай, давай, иди в обход. Это что было? Это что сейчас было? О, я вот от этой игры просто балдею. Поджог хоть нет? Вроде поджог, нормально. На следующий ход сгорит уже. Так, свинью надо уже сюда перемещать. Отлично. Я говорю, этот сгорит на следующий ход. Да стой ты там, ну куда ты прешься? Можешь как-то отступать уже? Блин. Отсюда 50% будем лупить. Вождь. Тоже загорелся. Так, свинью на передовую надо вести. А я. У нее такая же пушка, как у нашего есть. Такой же автоматик. Так, один сгорел. Слушай, а если к ним подбежать и включить неуязвимость? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
flesh wound, I think. I don't know. Давай, например, вот так. Молния хлестануть, да? 7 урона и сюда 3. Десяточку выбьем. Блин, ну вот этого надо пошустрее как-то. А вот эта барышня очень больно бьет. Так и этот тоже больно бьет. Что делать? Три хода вырубили. А она все попадает и попадает. Так, этот сейчас догорит. Отлично. Получено достижение 50 оттенков смерти. Так, здесь перезарядка. Здесь 10 крита. Серьезная фигня была. Так, а почему? Алло. Заглючило. Камера не двигается, прикинь. О, жесть какая, сохранить. Но тем не менее, мы это сделали, да? Давай загрузим. Может быть, раздуплится камера. Ух, это был серьезный такой бой. Ни одной аптечки не потратили. А все из-за чего? Из-за того, что заняли стратегически важную позицию. Правильно? О, камера. Химический факел. Хорошо. Так, давай-ка посмотрим. Мы тут гранатку потратили. Одну. Удачно прям легла. Вот это у нас мутации. Пассивная. Когда вам наносят урон, возникает дымное облако. Ну, неинтересно. Давай будем копить. Здесь... 6 очков доступно. Нет, тоже неинтересно. Здесь 11 очков доступно, но... Небольшая мутация. Беги, стреляй. Двойной выстрел. Хм. Можно переключать просто у нее винтовку, переключать, например, на что-нибудь другое. Там дробовик ей дать, либо еще что-нибудь такое. И пускай она двойными фигачит. Хотя тоже не принципиально, подождем.
Эми, граната, это хорошо. Так, от этих бойцов ничего не осталось. Тут же шаман где-то сдох. И вот эти гаврики. Неплохо. Прям вообще я доволен. Детали оружия. А далеко слышу, да? Ну, в смысле, когда стрельба идет. Они прям далеко двигаются. Сейчас подойдем к этой штуке обязательно. Так, а здесь я уже бывал, открывал. Давай проверим, что за хреновина. Забрать L-генератор. Плюс 4. Устройство в виде 12-гранника, наполненное электрической энергией. Мощности ему хватает, чтобы питать целое поселение. На устройстве есть надпись L-генератор. Вот это мы сейчас притаримся. Хорошо, что этот робот отключен. Иначе бы он нас раздавил, как букашек. Мы уже его раздавили, он даже сделать ничего не успел. Не, он успел поджечь, с огнемета успел. О, что-то шипастое. Доспехи упыря. 3 брони, 4 хп. Обычные упыри обычно носят тонкую одежду, едва защищающую их от гнили и солнца. Впрочем, вожаки кланов могут обладать весьма сложными и прочными доспехами, сохраненными или добытыми кем-то из прошлых поколений. Это очень ценное приобретение, с которым упырь не расстанется без боя. Ну, другой вопрос, что оно абсолютно бесполезное. Оно так-то абсолютно бесполезное. Дальность броска у меня здесь... У меня все доспехи с какими-нибудь бонусами. И продается еще один вот такой же доспех, да, у нас на магазине, но он стоит там что-то 200 монет. У меня такого нету. Не насобирали еще. Ну, то, что поторопился немножко, на аптечки потратил довольно много. Ну, как раз 200 с лишними потратил. По 44. 5 аптечек купил, 220 монет слили на аптечке. Ну вот, ну вот. Ну вот, дали ему год. Здесь вроде как бы все. По периметру я вроде бы бегал. Вроде бы. Все, здесь будем считать, что чисто. Логово рогатого дьявола зачистили. И у нас остается гроговый дом. Мы тоже зачистили. Земли секты мы тоже зачистили. И в принципе можно вот сюда сходить. Неведомое место. И потом двигаться уже дальше. Пошли сходим. Тоже такое отдельно стоящее поселение какое-то, в которое, наверное, имеет смысл забежать. Потому что, опять же, возвращаясь к теме вариативности, игра-то на один раз у нас. Я потому что сильно сомневаюсь. Подожди, а где? А где проход? Металлические поля и непросвещенный только есть. А где еще один проход? А? Вот же. Вот. Куда-то на юг. Ну, типа сюда. Или, может быть, нам нужно Хэммона, например, освободить, и он нас сюда проведет. Ну, как вариант. Или нет? Ну, потому что здесь все. Хоть не зря прибежали.
Нет. Здесь явно нет прохода, да? Смотри. Вообще ничего. Здесь мы хлестались с этими ребятами. И потом бегал, я здесь все собирал. Ладно, пошли тогда на базу. Заглянем в бар. Купим себе всяких ништяков. В частности, плюс 10 критов возьмем сейчас обязательно. И возьмем... Что мы еще возьмем? Эффективность аптечек можно взять. Well, look what the zone wolf dragged in. Good to see you. Угу. Можно взять, усиливать действие аптечек. Ну и, наверное, вот эти две возьмем. Вот так вот, да? Тема? По-моему, тема. Так, давай посмотрим. У нас открылась еще одна ячейка. Давай. Вот так, например, сделаем. Как-нибудь, да? Норм? Мне кажется, норм. Так, магазин. Ещё. Вот этот прицельчик я бы взял. Прям вот вообще бы взял. Очень хороший. Ремблок. Фикс-босс был мой дед, и мой дед просто умер. Так что теперь ты остался со мной. Что ты хочешь? Так, может быть. Получено достижение оружейник. Что это такое? Что за достижение оружейник? Улучшите 5 единиц улучшаемого оружия до уровня 3. Ок. Ну, как-то так. Все, у нас все пушки теперь 3-го уровня. Bye. Еще 76 осталось. 5 аптечек. К старшему заходить не будем. Все, погнали. Нам вот сюда. На восток. Он с той локации, которая внизу слева. На юго-западе. Я не знаю, что делать. Прохода я туда не нашел. Но опять же, сейчас, может быть, мы Хэммона спасем, и что-нибудь изменится у нас еще. Пошли, прогуляемся. Ну вот если у врагов ХП добавляться не будут, то уже можно воеваться. Вот военная машина, вот что это такое. Чистое разрушение в броне. Комбайн. Чистое разрушение в броне. Так вот, действительно, не зная предназначения машин, да, дикие люди. Тут тоже военная машина стоит какая-то. Кейс какой-то, наверное. Красненький. Не, ну заварушка прям вообще была, да, огонь. Прям я даже где-то начал немножко сомневаться. Прям бежали и бежали. Снайпер прям на мосту их встречал. Скоро мы придем к Хэммону. Крепость секты Нова кишит упырями. Что-то случилось? Надо быть настороже.
Это мы удачно, что мы оружие, которое бесшумное, повысили, да? Сейчас мы будем кого-нибудь по стелсу здесь пыщ-пыщ делать. Пошли, по периметру пробежимся для начала. Дальше уже будет понятно, что в центре творится приблизительно. Это шестерки, Митсубиши, там вон, лансеры всякие ржавеют. Еще роботы. Злобные твари на самом деле. Ой. Мимир Z200. Нифига ты. Ага. Ага. Ну чё, месимся прям сразу? Ну давай. Наверное, отступим, чтоб нас тот не начал стрелять. Нифига себе, они взрываются. О, вот так вот, да? Роботы глухие. Прикольно. А ничего от него не остается? Прикольно, что роботы глухие. Неплохо. Минус 2 сделали сразу же. И нам за это ничего не было. Приятно. Нормально. Нормально. Нравится. Дымовушка. Ну, наверное, впереди какая-то подлянка, потому что
Как-то слишком просто. Там впереди. Это здание и есть небесное копье. Флаги такие зачетные висят. Слушайте, почему вся секта Нова ушла отсюда? Куда они ушли? Что важнее этого места? Какая разница? Оставь вопрос умникам. Внутри нам безопасно. Надо повеселиться. Но мы не в безопасности. Ходят слухи о сталкерах из Ковчега. Они пришли за нами. Их не остановить. Заткнись. Нет никаких сталкеров. Мы в безопасности. Это точно. Вы в безопасности, друзья. Они замотали весь дом пленкой, чтобы защитить его от гнили. Жаль, что остальной мир остался без защиты. Давай заглянем. Аптечка. Детали оружия. Ничего нету? Что было? Обычный лом. Так, ну эти разошлись, теперь может быть их имеет смысл поймать и по отдельности прибить. Куда он делся? Вон он идет. Мясник. Норм. Там их территория, да? Давай попробуем, может быть, здесь засаду устроить. Не хочет прятаться за эту. Давай, свинина. Я в тебя верю. Ты один раз только попал, ну? Так, этим мы выбиваем 7, 10 остается. А здесь урон 7. Блин. Вот ну никак. Там сзади кто-то был. Yes. Да, дела. Мясник. Ну давай, что делать-то? Врывается, врываться так врываться. Работаем. Ничего не слышно было. Ничего не слышно было. Трое услышали. Черт побери. Поджигатель. О, как ты хорошо встал. Еще поджигатель. Охотник. Охотник. Мясник. Еще охотник. Серьезная фигня. 75. А с дробаша тоже 75, отлично.
Не загорается, зараза. Не нравишься ты мне. Не нравишься ты мне. Нифига дальность. Вот это дальность. Вот это я понимаю. Так, ну чё, свинья агрить идет? Наверное. Куда-нибудь вот сюда, да? процентов. Она ни в кого стрелять не может. Поэтому пробуем, наверное. Или нет, на боеготовность оставить. Горит. Not gonna warn you again. Как ты так попал? Ну давай. Кардинал Хансен прибежал тут. О, неужели с боеготовности попали? Хотя там особой разницы не было, потому что... Норм. Пойдет. Пока что все ровненько. 50%. Слишком далеко. Не на линии огня. Блин. 50%. Половинка укрытия. Так, что делаем? Ну, пошли сюда. А дальше по обстановке. Мимо. Жаль. Хороший шанс был минус ствол сделать. Ой-ой-ой, это же этот, который мозги сушит. Надо валить оттуда. Ты чё, вообще все перепутал, что ли? В выбранном оружии нет боеприпасов, блин. Так, свободен. Back off. Кардинал. Валим от кардинала, от этого. Нахрен бы ты мне нужен, такой нарядный. Нет? Take that swine.
Что это он там делает? Воскрешает, что ли? Да хватит промахиваться, ну. Блин, они меня видят, они по мне стреляют. Я никого не вижу, ни в кого попасть не могу. Как так? Вот зараза, и забыл я про это. Сюда врываться. Сюда врываться. А, бесишь. Он там поджигателя воскресил, блин, зашли. Так, а стеночка сломается, если я туда гранату закину? Так, давай, если снайперша попадает, то бежим вперед. Неплохо. А она его откинула от укрытия, поэтому, наверное, особого смысла так вперед бежать нету. Да. Сидим, стреляем. Так, свободен. От этого избавились, хорошо. Свинина. Чё, может вперед? Как-нибудь. И будем здесь их окружать. Как вам план? Вот так вот делаем. И в атаку. А потом дуплетом там всем. Всем несогласным. Вперед. Не-не-не. Да здравствует свиньи! В атаку! Что-то не очень прикольно. Мимо. Ну-ка стоять. Ты меня заколебал. Я тебя буду убивать с особой жестокостью. Thank you.
Здесь никак не пробежаться, чтобы... Слишком далеко. А он садит из автомата, и ему норм. Overwatch. Я со снайперки попасть не могу, а он с автомата садит. Сейчас, подожди. Подожди, свинья уже бежит. Ну и не только свинья. Тут много кто к тебе бежит. Поручкаться с тобой хотят. Так, а чё я? Надо место для свиньи освободить. Например. Вот так. О, гори, зараза. Свинота. Забавно. Забавно. Ах, ты ж патронов нету. Приберегу пока обилочку. Свинья, ты стрелять будешь, нет? Вот же, блин. Какого черта? Свободен. Свободен. У Веридии появились новые предметы. В магазине. Заколебал бегать за ним, блин. Дайте пройти. Тут вроде скамеечка была. Ну так-то норм, да? Спасите Хамана. Здесь мы пробежались. Или еще кто-то есть? Еще стоят. Предупредит врага, говорит. Ой, там слева, смотри кто. Танк. Снайпера, может быть, сюда посадить? На крышу сейчас, перед замесом.
И начать накидывать, да? Сверхотуры. Не, ну так-то нормально, что эти хотя бы еще не услышали, не прибежали, пока мы тут с вождем хлестались. Вот, кстати, в подвал нам надо. Ракеты какие-то, томагавки составлены. Нифига себе там. Арсенал был. Услада гренадера. Увеличит урон от гранат на 2. То есть будет не 8, а 10. Ну, опять же, тоже спорное. В чем у нас ходит? 20% критам при попадании с возвышенности. А у мутации 50 вероятность крита при стрельбе с возвышения. То есть того 70. У пушки плюс 15. 85 крита должно быть с возвышения. И своих критов у нее, по-моему, нету. А что, вот этот комплект выдать той же самой лисичке, посадить ее наверх, и она будет 100% критов бить с верхотуры. Так это будет работать? Или как? Ну-ка, давай посмотрим. Отряд. Лисичка. Мутации. Поразите несколько целей за одиночку действий. Взлет. Супержилы. Ну такое. Навык заблокирован. Трупоед. Стрелок. Давай стрелка возьмем. Это возьмем. И вот это возьмем. Ну и еще, наверное, вот это возьмем. Итого у нас. Прыжок отключает механического врага. Ну, даже не знаю, не знаю. И здесь. Удвоена вероятность нанести критический урон при стрельбе. Да у нее и так будет полный порядок с критами, поэтому запрыгивать будем. Так, здесь отключение роботов. И что-нибудь еще. Может быть, действительно попробовать ее? Блин. А я так сейчас оружие запарюсь перекладывать. О-о-о. Отряд. Снаряжение. Дальность броска плюс 4. Тю-тю-тю-тю-тю. Поглощает урон от огня. Что бы такое нацепить? Дальность броска. Ну давай. Есть. Дальше. Снайперку выдадим сюда. Так. Дальше. Отряд. Снаряжение. Сюда автомат. Опять отряд, опять кабан, снаряжение, оружие. Вот так переложили, да? Итого, что у нас есть? 20% вероятность крита с возвышения, мутации. А, у нее, слушай... Я зря все это сделал. Почему? Потому что у нее всего лишь свои 20% и все. А у этой барышни у нее 50%. Вот так вот. Пассивочка. Поэтому я, наверное, зря сделал все это дело. Так что отдай все.
отряд, барышня, снаряжение, шлем, дальность броска, норм, норм, отряд, лиса, снаряжение, автомат, отряд, барышня, барышня, говорю. Вот так вот, да? Все, пошли. Ее наверх сейчас. И начинаем пиу-пиу. Сейчас только здесь еще проверим. Здесь лежит Харальдур Тормундсон. Наверное, какой-то воин. Такими камнями древние отмечали места, где хоронили своих. Еще один мимир здесь стоит, смотри. Но у меня для него есть гранатка, которая ему понравится. Ну, вроде как бы все, да? Пробуем убить вон того товарища, который вон там ходит. Ну что, вы, друзья, идете, нет? Ну, тоже вариант просто телепортнуться. Опа. Тише, 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 тише. Так, он приходит сюда. Уберем мы его в случае, только если попадем всеми. А если не попадем, то начнется замес, поэтому надо быть готовым. Короче, пора работать. Давай, свинья, покажи, на что ты способна. Запалит ее этот танк, который... Попал. Красава. 50% крита, 75, 100. Давай, пошел. Есть. Активировать. 75. Блин, не хочу рисковать. 75, 75, 75. Хоть откуда 75, блин? Мимо! Да ладно! Да ладно, блин! Как так, а? Как так, а? Черт, черт побери, блин! Крит 100%. Про что я говорил? Так, свинья бежит агрить всех. В выбранном оружии нет патронов. Окей. Так, но охотник сгорит сейчас. Сейчас он будет стрелять вот в этого товарища и как бы плевать на него, да? Так.
Дальше. Ты, например, сюда. Эй, не долетает. Слабовато он умеет бросать гранатки. 50. Или заберем этого охотника. Мало ли что. Так, минус танк. В свинью надо стрелять, алё. О! Для чего я ее посадил туда? Серьезный аппарат. Так, у этого один хп, и он горит. Сейчас сгорит. Так, чего делаем? Эта барышня критами стреляет, поэтому надо, чтобы она стреляла. Она его откинет. Нет. Так, свинина. Сейчас побежит и загорится, да? Да. Надо, короче, подальше от него отбежать, а то он будет взрываться ведь. Здорово. Сюда критом в затылок. Удар милосердия. Это тебе в подарок. Тот сгорел. Критами хорошо стреляет, да? А давай. И все равно один раз выстрелил. Добыча. Деталь оружия 22. Прикольно. Деталь оружия 3. А ничего так мы... Ничего так мы здесь порезвились. Земли секты. Небесное копье, и у нас остается только вот она. Сокрушитель мира. У нас локации-то больше нету, ребят. Все. Финита ля комедия. Остается только в этот бункер залазить и в бункере там что-нибудь делать. Поэтому, наверное, сейчас мы заканчиваем. И следующую серию оставим. Финальную, завершающую, да? Давай посмотрим. Кабанидзе. Усилитель здоровья тебе. Пассивка. Но мне нравится то, что он пульки останавливает. Не всегда, конечно, прет, но... В общем и целом, очень даже недурная штукенция, да? Давай. Чешем. Кабан, блин, толстый. Все, там я ничего не вижу. Что пропустили, то пропустили. Можно, кстати, наверх залезть. Давай попробуем. Посмотрим, что там дают.
Ничего здесь. Такая снайперская позиция. Толку особого-то что-то я здесь не вижу. А если взять и спрыгнуть отсюда? Как вы думаете, что будет? Делаем ставки. Давай, третий. Красавцы. Ладно, ребят, все, на этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, увидимся с вами в следующих видео. С вами был Серега. Всем счастливо, всем пока-пока.